Эти люди сегодня в центре внимания. Дети войны. Они, как и их родители, перенесли все тяготы и лишения военных и послевоенных лет. Победители, участники Великой Отечественной, сегодня не смогли прийти на торжественный митинг. Многие по состоянию здоровья. Жительница блокадного Ленинграда Марина Дмитриевна Львова была ребенком, когда началась война. Ей было 4 года. В школу пошла, когда сняли блокаду. Удивительно, что город восстанавливался довольно-таки быстро, потому что, наверное, опять это закаленность ленинградцев. Хотелось такой же город прекрасный, хотелось, чтобы он снова стал хорошим, снова стал красивым. Вот, и поэтому, конечно, у нас даже, вы знаете, к нам в квартиру снаряд залетел, и кухня у нас была. А там квартиры большие, огромные, и кухню разбомбило. Так вот эту кухню, значит, с 5-й по 2-й этаж, вот это вот было все, проем такой был. Вот. И где-то, наверное, 47-й, 48-й уже нам восстановили кухню. Несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в этом году в Мытищах, как и в Подмосковье, отменены все массовые мероприятия. Сегодня на торжественный митинг в честь Дня Победы пришли многие мытищинцы. И это не только дети войны, труженики тыла. Это простые мытищинские семьи, и многие пришли с портретами своих родственников. Киселева Валентина Николаевна, Киселев Михаил Васильевич. Чьи это портреты? Расскажите. Это портреты моих бабушки и дедушки. Они дошли до Берлина вместе в одном батальоне. Дедушка был майор дорожных войск, бабушка фельдшер, выносила на своих руках раненых солдат. Я пошла по ее стопам. Вот. Дедушка, я медик, да. А дедушка потом в дальнейшем ремонтировал дороги по всей России. И такими трогательными и важными историями может поделиться каждый. Торжественный митинг начался с гимна Российской Федерации и, конечно, со слов благодарности. Сейчас в округе проживают 75 участников Великой Отечественной войны, 144 бывших узников концлагерей, 42 жителя блокадного Ленинграда и 910 тружеников тыла. Еще раз помним всех наших близких, друзей, родственников и знакомых и отдадим дань памяти и уважения тем, кто нам принес великий праздник, великую дату. Великий День Победы, благодаря кому мы называемся народом-победителем. И эту память мы не отдадим никому. Я всех вас поздравляю с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Хочу вам всем пожелать долгих-долгих лет жизни. Самое главное, помнить всех тех, кто ушел на защиту нашей Родины. Сегодня к поздравлениям присоединились и лидеры движения общественной поддержки «Мы Мытищи» Вячеслав Фомичев, Денис Перепелицын и Михаил Мурзаков. Вы спасли всю Европу. Вы спасли весь мир. Жертва 27 миллионов граждан Союза Советских Социалистических Республик. Ни один фашистский солдат, ни один фашистский офицер не смог повторить подвиг Александра Матросова, подвиг капитана Николая Гастелло. Дорогие жители, сегодня самый большой праздник в нашей стране. Сегодня не просто великий праздник нашей страны. Мы празднуем не только День Победы, но мы празднуем и День Гордости, и День Памяти. Гордость и память – это единственное, что никто никогда не сможет забрать у нашей страны. Пока мы помним подвиг наших предков, наших дедов, существует наша страна, развивается наша страна, развивается наш город. От всей души поздравляю всех с самым большим святым праздником нашей страны – с Днем Победы. Особые поздравления, особые слова благодарности сегодня – нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам большое за ваш подвиг, за ваш труд, за ваше терпение. К
возложению цветов присоединились лидеры движения «Мы Мытища» и горожане. Молитвы, слезы и благодарность. Тысяча гвоздик сегодня легли у вечного огня. С Днем Победы! Поздравляю всех мытищинцев, желаю здоровья и чистого неба над головой на все года. Чтобы никогда больше никто из находящихся здесь не увидели, как человек убивает другого человека. Поэтому мирного неба. Воспоминания об отце, о матери, о нашей стране. Гордость только и все. Ну что хочется пожелать в этот день? Пожелать только мира, счастья, здоровья и дальнейших успехов. Патриотизм нужно воспитывать с малых лет, считает лидер движения «Мы Мытища» Вячеслав Фомичев. Именно поэтому на площади выстроилась, пусть и в небольшом количестве, боевая техника. Вячеслав Фомичев лично рассказал детям о каждом экспонате военно-технического музея, которым он руководит. В России осталось только 3 экземпляра. Один в Америке. Все. Вот мы его восстановили специально к Дню Победы. На нашем заводе делали. Для десантников. Прыгали с парашютом. Вот она воевала в Афганистане. Да, сегодня, как и в прошлом году, День Победы проходит в ином, непривычном формате. Без массовых гуляний. Но главное – это память о наших героях.